Не для удовольствия этот инструмент. В Москве сотрудники МЧС помогли пострадавшему мужчине, который попал в очень неловкую ситуацию, извлечь половой орган из насадки для дрели. Вот так жертвой эксперимента стал уже 32-летний мужчина. Он рискнул попробовать на себе такой вот нетрадиционный вид развлечения. При этом он сначала при штроблении стены, вот насадка двигается в различные стороны, вибрирует, это мы все знаем. Но вот применять ее для каких-либо развлечений, видимо, страстный строитель решил впервые, попал в такую ситуацию. Он отделался легким испугом.